Здравствуйте! Это прогноз погоды на АТВ. Я Екатерина Быкова расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 17 ноября. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам переменная облачность и небольшой ветер до 3 метров в секунду. Днем небольшое потепление до минус 6 градусов, а ночью минус 13. В южных районах также переменная облачность. Днем тепло, плюс 3, ночью минус 6. Порывы ветра до 3 метров в секунду. В Улан-Удэ переменная облачность. Днем 1 градус тепла, ночью минус 8. Порывы ветра до 3 метров в секунду. С вами была Екатерина Быкова. Всем пока!